сильно много он употребляет водочки, и поэтому он уже может сегодня фараон, завтра какой-то царь, и так каждый день. Наполеоны. Наполеона. Сидишь целыми днями и смотришь эти клипы, и она устала. Да работать надо и Хованскому, и Ларину, и той лохудрой, что сидела, плакала. Так я... Клип так, мамка, мамка, что? Видно, он, я не знаю, не родной сын мамки. Ну, посмотрели, ни голоса, ничего у него, бездарность такая. И никто нам не пишет, никто нам ничего не говорит. На себе мы будем работать. На куче водочки, а с водочки перешел на более тяжелые. Наверное, на наркотики. Кто занимается и алкоголем, и наркотиками. Алкоголь, значит, только алкоголь есть, наркотики. Он, наверное, употребляет наркотики. Лечить надо, лечить. Молодые парни. Молодые парни погрязли в этом интернете. Ой, что зря делает. Матюкаются, развратники. Ужас, ужас. Смотрите их, миллионы. Собрались дураки, банда. Банда собралась. Невоспитанные. Ну, отброски общества. Отброски, я считаю, что это... Ну, не люди. Раз вот такое показывают, то уже это ненормальные люди, что я могу сказать. Их всех надо, вот подъехала к машине, попихала бы их в машину, да, отправила куда надо, пусть бы попахали где-то. Напали и маты, 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 бьют по лицу. Да что это, власть нету, никто не видит это. Все ж смотрят эти видео, все знают. Но почему не привлекут их? 15 человек на одного. Просто им нечем заняться. Им это видно же развлечение, что на одного человека напасть. Видно, он беззащитный человек. Нет у него ни денег, нет защиты. И вот они собрались и пришли. Им просто надо поиграть с ним, поиздеваться. А эта дрянь какая-то невоспитанная. Какие они офицеры? Вот это офицеры. Ну разве офицеры настоящие позволят себе такое, чтобы смотрели их вот эту гадость всякую? Как могут пропустить вот такое в интернете? Как могут? Куда власть смотрит? Какие есть дураки? Вот они тюремщики, они, ну люди уже... Пропащие. Я считаю, что люди пропащие. Им, наверное, много платят этим свободам. Кто приходит оттуда, становится человеком. Это может из тысячи один. Из тысячи, что бывает, пришел, женился и живет себе нормально. Ну, живут полной жизнью. А мы что? А что мы? Молочка купить и то не за что. Да, он сказал, что курит травку уже 30 лет. Эта травка, наверное, не пахнет. Там что-то потяжелее травки. Ой-ой-ой-ой-ой. Интересно спросить, от чего она устала? От чего она устала? Что ее поливают грязью? Значит, люди знают, что поливают грязью. Если я ее не знаю, я не буду поливать грязью. Она устала. От чего она устала, интересно? А если бы она, как мы жили, двое деток маленьких, работа, придешь, еще приусадебный участок надо было обработать. Муж в шахте работал, и стоять по 5 часов. Устала, я устала. Да, только таких Марьян. Докатились, уже старух стали по телевизору показывать. Неуравновешенная. Распущенные родители и родители такие же. Ну разве может 16 лет и они ночь не ночуют, 2 часа пришла, как это вы могли допустить до такого? Тоже пьянка, гулянка, до хорошего не доведет. То война, то гуманитарку отказали, то, ну такие одни неприятности. Жизнь только началась.